Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 23 марта 2017 года. Сегодня расскажем о теплице фермер VIP. Построили теплицу мы шириной 3 метра, длиной 6 метров. Поликарбонат у нас 4 миллиметра, 0,8 плотность. Каркас у теплицы сделан из профильной трубы 20х40, внешняя арка, подпирающая арка 20х20. Арки сделаны в виде ферм. Сама конструкция у нас стоит на бетонном основании. Закреплена с помощью дюпель гвоздей бетона. С одного торца у нас форточка. С другого торца дверь купе. Также в теплице у нас установлена коньковая фрамуга. Оснащенная термоприводами. По низу в качестве отлива сделан уголок. По периметру теплицы. Также все торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. Вот, пожалуй, на этом и все. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими историями. Всем пока!